Здравствуйте, дорогие друзья! Я снова на даче, вечереет, и на сон грядущий хочется послушать хорошую музыку, желательно классическую. Вот пластинку классического музыканта я и показываю вам. Хотя здесь, в общем-то, рок. Гитарный, злой, невероятный, совершенно по агрессии, по ярости рок. Но Джон Кейл, которого я еще раз представляю, со своей группой замечательной, вот так вот выглядит его группа. Никогда не скажешь, что парни играют с академическим музыкантом, который записывает классические произведения. Здесь они не классические, здесь это рок, да. Но, тем не менее, и вот на мой взгляд, Джон Кейл записал такие альбомы, которые останутся в веках, да. И, может быть, через десятки лет эти пластинки, эти записи люди будут слушать, открывать для себя, изучать, учиться на них и писать диссертации, если через десятки лет будут вообще диссертации, будут вообще люди. Да, вот. О чем, собственно говоря, вот эта пластинка и повествует. Но не в буквах, не в словах, не в тексте, а в музыке своей. Потому что Кейл записал в 81-м году чрезвычайно не то чтобы мрачный, но какой-то такой по-нехорошему пророческий альбом. И непонятно, пророчества эти сбудутся или нет, но все это в музыке. Все это не в словах, это в музыке. И когда слушаешь эту музыку, становится не то чтобы жутко, а как-то так спокойно. Как-то так спокойно, потому что все идет своим чередом. И как будет, так и будет. И противиться этому, нервничать, как что-то рефлексировать, пытаться что-то поменять, да, как бы не имеет смысла тратить на это время, потому что все это приходит вне зависимости от того, что хочет человечество. Природа, Вселенная, Бог распоряжаются по своему усмотрению нами с вами. Поэтому надо жить просто спокойно и слушать иногда вот такие пластинки. Разные всякие критики и музыковеды, конечно, все это уже разложили по полочкам, и все это у них уже постпанк, все это у них уже протопанк, или уже настоящий панк, или что-то в этом роде. Ничего близкого, конечно, нет. Никакой это не панк, никакой не протопанк, никакой не готик-рок, не дай бог, и ничего подобного. Потому что Кейл – это Кейл, это музыкант, который играет вне какого бы то ни было стиля. Некоторые его пластинки похожи на рок, некоторые, например, вот такая Music for a New Society, о которой я поговорю отдельно, потому что это шедевр вообще вневременной. И стиль этой музыки невозможно определить. Это просто музыка. Это просто музыка, которую придумал Джон Кейл. Но Джона Кейла многие знают, конечно, большинство из тех, кто вообще слышали это имя, знают его как одного из основателей и участника группы The Velvet Underground, где он проработал не весь период творчества группы The Velvet Underground, потому что, хотя с Лу Ридом эта связка плотнейшая, и много-много лет и после уже распада The Velvet Underground они вместе работали и кое-что хорошее записали в достаточном количестве. Но авангардист, как я уже говорил, с академическим образованием, альтист, в смысле, вот это, если кто не знает. Альт – это такая большая скрипка. Певец, автор, композитор Джон Кейл, утонченный, рефлексирующий и с ужасом смотрящий вперед. И отвязанный абсолютно певец, автор песен, рок-н-ролльщик Лу Рид,
они, с одной стороны, дополняли друг друга, а с другой стороны, конечно, это совершенно разные в музыкальном смысле фигуры. Ну, так случилось, что они разошлись, да, что Джон Кейл ушел из Velvet Underground, и началась его главная история, про которую многие, в общем, и не то чтобы не знают, но как-то так. Ну, а это сольники Кейла, да, вот Velvet Underground, там, да, а это сольники, там, ну, как бы так. Хотя это самая главная история музыки Джона Кейла, это, собственно говоря, его сольные работы. Они все разные. Они все разные. Как я говорил, вот это рок. И это, наверное, самая такая легко доступная музыка Кейла. Хонисва. Ну, на самом деле, может быть, мне так кажется, потому что это 81-й год, и именно с 1981 года я эту пластинку и слушаю. Как-то, может быть, я к ней привык, да, и она, мне кажется, легко доступной. Я думаю, что вам тоже, наверное, так покажется, потому что действительно музыка здесь совершенно внятная, хотя и грозная. Хонисва название – это фраза из, это кусок фразы из какой-то длинной фразы, которая была на чем-то гербе в древней Франции и на старофранцузском. Все это написано, соответственно, «Хонисва». И «Хонисва» переводится примерно условно, где-то близко к тому, что «будьте вы прокляты». «Будьте вы прокляты». Вот обложку Энди Уорхол рисовал, кстати говоря. В общем, «будьте вы прокляты», да. И музыка так и звучит для нас, когда мы ставим эту пластинку, начинаем слушать. Ощущение такое, что Кейл прямо к нам так и обращается, что «будьте вы прокляты, слушатели», да. Но при этом хочется не обижаться на него, а слушать дальше. Мне вообще, я, кстати, говорил, по-моему, в предыдущем ролике про Кейла, что мне повезло, и я побывал на его концерте, когда он приезжал в Санкт-Петербург в одном из клубов, в клубе «Порт» он играл с группой. А до этого он играл еще в оперной студии консерватории, точнее, в консерватории он играл в самой, в оперной, да, в зале оперной студии консерватории. Он играл просто на фортепиано и пел, больше ничего не было. Вот. Был полный зал любителей музыки Джона Кейла, а в клубе «Порт» было очень мало народу, что естественно, потому что, как я говорил в самом начале, в нашей стране, кто такой Джон Кейл, знает очень мало народу, сравнительно, ну, если брать массовую аудиторию. Но я хочу, чтобы вы послушали этот альбом, потому что, и не только этот, а и остальные тоже, и Music for New Society в основном, это там, ох, там, ох, там, ух, что там, ух, ну, да. В общем, это очень круто, тут Кейл набрал, ну не то, что он набрал, эти музыканты являлись его концертным составом несколько лет, и он с ними достаточно хорошо сработался. Но это такой рок, я просто скажу вам, Dead or Alive, первая песня, это, ну, такой хит, она, собственно, и синглом выходила, и на радио звучала там у них, и это очень здорово просто. Она больше всего похожа на традиционную рок-песню. Хотя сразу слышно, что она не традиционная, потому что вот так вот в сильную долю фортепиано на трех аккордах, в принципе, все куплеты идут, потом разрешение там в четвертый аккорд уходит. И все это так гитарно, тяжело, злобно, мощно и откровенно направлено на тебя, на тебя. Вот, да, вот так на тебя. Что просто чувствуешь, эта музыка не просто так. Это не какая-то поп-группа, которая играет тяжелый рок. А тяжелый рок в основном играют поп-группы. Уж извините, да. А это серьезно. Как-то так. И когда после куплетов идет разрешение вот на вторую часть, когда из двух каналов вламывают гитары в количестве нескольких штук, такое, при этом гитары не то, что вот гитары с овердрайвом, да, а заобработанные Кейлом гитары и продюсером Майком Торном. Такое современное звучание до сих пор. Я и говорил, что музыка Кейла, она вневременная, она будет очень долго существовать. И так прижимает к стене, и проникает внутрь, и ты поднимаешься в Dead or Alive, и труба играет такую фразу,
которую не то чтобы содрала, как потом группа Европа, но вот эта вот история с Европой, ну там на клавишах играется псевдодуховая фраза, да, а здесь играет труба настоящая, тоже подработанная как следует. И начинается с этой трубы сразу, и в середине эта труба, и такой бодряк, но очень мрачный бодряк, в общем, очень здорово. И дальше понеслись уже ужасы страшные. Strange Time in Casablanca с синтезаторными улетами, полетами. Страшно, страшно, громко, мощно. И голос Кейла. Кстати, Лу Рид называл Кейла Бетховеном рок-н-ролла. И я полностью согласен с этим определением. И вот вся эта пластинка, она спета Кейлом так, как будто поет Бетховен, которого лишили дома, лишили денег, лишили семьи, отобрали рояль, выгнали на улицу, и он остался в одних старых штанах. И вот озлобленный Бетховен входит в какой-то трактир, садится за раздолбанное, ну здесь не раздолбанное, здесь хорошо все, раздолбанное пианино, и начинает петь свои песни с дикой яростью. Но это Бетховен при этом. И вот так поет Кейл здесь на всем альбоме. Как будто обезумевший от ярости, направленный на этот мир, феноменальный фантастический композитор. Представьте себе такого человека. Это была песня Strange Time in Casablanca. Fight a Pilot. Ну, тяжело и затягивающе. А вот Wilson Juliet, песня, которая вползает с клавишными историями, вползает, а потом Кейл-Бетховен начинает уже петь так, с таким гневом, про гнев я сейчас расскажу, с таким посылом, с такой подачей, с таким рычанием, переходя в крик, что кажется, что страшнее, яростнее и мощнее этого ничего сделать невозможно. Никто не может сделать. Никакая группа, никакой хард-рок, никакой металл, ничего. Это все кажется локальным, узким и таким поп-ориентированным. А здесь все по-другому. Никакого металла, никакого хард-рока, но тяжело, громко, гитарно, синтезаторно, клавишно и спето. Но это музыка. Вот не поп-музыка, да, такая, а вот такая музыка, настоящая серьезная. Здравствуйте, мы нашли пластинку с серьезной музыкой, которая нам нравится. Удивительное дело. Streets of Laredo. Это, насколько я помню, песня не кейловская, но она аранжирована так, что никто так, конечно, не сделает. Настолько мрачно и страшно про мертвого ковбоя, который в белой простыне расхаживает по улицам и рассказывает о том, как его пристрелили. Ну, почти Джармуш, да? Только у Джармуша очень все это вяло и медленно, а здесь это страшно и по-настоящему. Вот так вот. Honey Sua, заглавная песня, она просто выносит мозг уже, и хочется сказать, ну сколько можно, потому что ужасы, которые были на первой стороне, и ярость, и вот это океан раскаленной лавы, ярости, который выливался на первой стороне на всех песнях, уже кажется, все, уже больше невозможно, уже вся планета покрылась раскаленной лавой и начала уже подсыхать. Но чтобы она не подсыхала совсем, Кейл подбрасывает еще Honey Sua. И очень хорошо. Но зато Riverbank, прекрасная лирическая песня, неожиданно открывается. При этом она такая же мощная, тяжелая, грандиозная, как и все остальное, и пульсирующая. Но она неожиданно открывается. Так же Кейл поворачивается своей сердечной стороной к нам. Неожиданно. Вот, немножко между первой и второй перерывчик небольшой. Русская рулетка. Жесткий рок. Такое ощущение, что Кейл знал, что русские любят простой нормальный хард-рок. И вот эта самая русская рулетка, она не то чтобы простая и обычная хардроковая, но она в эту сторону как бы направлена. Ну, а Magic and Lies, последняя вещь,
она тоже вроде бы как лирическая, в меру, конечно, «Ярость и Кейла». Лирическая-лирическая, но заканчивается такими адскими барабанами. Музыка вся уходит, остаются одни барабаны. И настолько они страшные, настолько они мощные. И вообще барабаны на этой пластинке, такое ощущение, что он использовал литавры. Кое-где кажется, что бочка играет шестнадцатыми, например, или восьмыми, или шестнадцатыми, переходит, меняется немножко. То есть, но такое ощущение, что литавры грохочут всю дорогу. Ну, в последней вещи не литавры, а барабаны, ну, такие, что все. И вот это кода, конец пластинки, когда все ушли, остался один обезумевший барабанщик. И все. В общем, друзья мои, я пошел пить, а потом расскажу вот про этот альбом Music for a New Society. Пока. Да, ешьте побольше жирного. Это полезно.